Грузовик «МАН» перевозил товар для продуктовых супермаркетов. По предварительным данным, водитель, двигаясь в сторону центрального района, на левом закруглении дороги не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал. Товар из поврежденного автомобиля перегрузили в другие машины, после чего длинномер убрали с проезжей части с помощью специальной техники.